14 дворовых и 3 общественные территории благоустроят в этом году в Дербенте. Так реализуется приоритетный проект «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». По каждому объекту уже разработаны и утверждены дизайн-проекты, а рабочие готовы приступить к делу. В рамках благоустройства предусмотрено выполнение работ по асфальтированию, установке скамеек, мусорных урн и спортивных площадок. На эти цели выделено более 87 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до 1 октября.